8 октября текущего года в актовом зале госавтоинспекции Раменского муниципального района собрались представители пассажирских автотранспортных предприятий Раменское ПТП, Бронницкое ПТП, Автотрансмобил, РанТранс и представители средств массовой информации. Государственные инспекторы отдела технического надзора довели до участников встречи показатели общей аварийности с участием пассажирского транспорта в зоне ответственности отдела ГИБДД Раменское. В 2018 году произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, связанных с падением пассажиров в салоне автобуса во время движения. По итогам проведенных расследований прослеживается не только вина водителей, но и нарушение правил поведения пассажиров общественного транспорта. Практика применения видеорегистраторов, установленных в салоне общественного транспорта, по мнению собравшихся, показала себя крайне эффективно, поскольку позволяет безошибочно определить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и выявить случаи нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Участники круглого стола пришли к единому мнению, что с целью снижения аварийности необходимо продолжить практику применения поощрения водителей, не допустивших нарушений правил дорожного движения, а в случаях нарушений водителями действующих норм применять меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Государственными инспекторами отдела технического надзора обращено особое внимание участников на исключение фактов соревновательного поведения водителей на маршрутах движения. Представителями пассажирских автотранспортных предприятий строго рекомендовано обновить в салонах автобусов информацию для пассажиров о правилах безопасного поведения в общественном транспорте.